Друзья, всем привет! Не очень позитивная новость застала меня вчера вечером здесь, в Праге. Закрывается для граждан Российской Федерации остров Гуам. Это целая эпоха. С 2012 года мы могли приехать с российскими паспортами, беспрепятственно оказаться на территории США и подать на убежище. Так делали наши клиенты. Так когда-то хотел сделать я сам в 2012 году. И теперь администрация Трампа очередное решение закрыть Гуам для граждан Российской Федерации. То есть сейчас, если вы захотите приехать на остров Гуам, получаете американскую визу на общих основаниях. Пока в настоящий момент еще законопроект не принят, закон не принят, но я так думаю, что это скоро произойдет. И если вы запланировали эмигрировать через остров Гуам, подать на убежище внутри страны, через 9 округ, штат Калифорния, или сразу же в аэропорту, делайте это, потому что грядут большие перемены. Привет вам из Праги. Видите, как получается, что-то закрывается, что-то открывается. Мы постоянно отслеживаем и предлагаем доступные альтернативные варианты для эмиграции. Потому что человека нельзя просто взять и задержать, и не дать ему возможность перемещаться по планете и жить там, где он хочет, несмотря и вопреки. Всем удачи, пока!